Привет, друзья! С вами находимся сегодня в международном аэропорту Борисполь, и я вам покажу аэропорт Борисполь изнутри. Многие из вас, конечно, летали, были в терминалах, а вот сегодня у вас такая будет прекрасная возможность зайти, так сказать, с черного хода в Борисполь. Давайте зайдем и посмотрим, как там внутри. Видите, система безопасности очень серьезная, прямо как когда вы идете к самолету в аэропорту. Точно так же эта система безопасности работает и для сотрудника аэропорта, который здесь работает, либо для гостей аэропорта. То есть все проходят через вертушку, через сканер, через личный досмотр вещей. Пошли дальше. Система «Янтарь», которая проверяет все входящие машины и выходящие машины на наличие радиоактивных веществ. Такие стоят обычно на границах, вы видите, когда вы проезжаете. Ну и также точно так же стоят на территории аэропорта. Все, мы зашли на территорию аэродрома. Вообще сегодня в Борисполе должен отмечаться прилет такого специфического самолета с ливреей, который называется «Снежный барс». Модель самолета Embraer, по-моему, 200-й, я могу ошибаться, или 190-й. Вот. И в связи с этим была приурочена такая вылазка споттеров, блогеров, всех, кто имеет дело к фотографии, видео, связанных с самолетами. Вот. И мы видим вот сейчас на заднем плане народ Борисполя, работник Борисполя готовится активно отметить прилет этого самолета из Астаны. Значит, рейс Air Astana из Нур-Султана теперь называется. Раньше было Алматы, помните, да, столица у нас. Потом был Астана, и сейчас столица Казахстана – это Нур-Султан. Оттуда прилетает самолет, буквально вот через 10 минут он должен коснуться земли в Борисполе. Через 5 минут будет объявили посадки этого рейса. Вот, все перемещаются в такую точку, чтобы удобнее было фотографировать, снимать видео. Это реальная засада, когда все стали снимать, и тут, блин, включили поливалку, вот, и всех, естественно, камеры, все просто накрылись.
Да, к сожалению, снежный барс не прилетел. Прилетел Embraer, похожий, только без красивой такой любви. Вот. Споттеры тут, конечно, расстроены, все это настоящее. Видите, с камерами все ожидали увидеть такое вот прекрасное чудо, красивый такой самолет. Ну, прилетел не менее красивый. Все, правда, без ливреи, правда, без барса. Но это не меняет дело. Красиво сделано. Красиво сейчас вот видите фотографы и видеографы снимают видео. Пошла служба клининга. Ехала служба клининга. Сейчас самолетик почистят и следующим рейсом он уедет обратно в Нур-Султан. Улетит обратно в Нур-Султан. Организаторов этого мероприятия, я имею в виду мероприятие выхода споттеров и фотографов на летное поле, от этого не зависит, это зависит только от авиакомпании, которая решила вот в последние минуты перенести рейс, поменять рейс порт один на другой. Вот, ну, надеюсь, что в следующий раз мы еще увидим. Спасибо, что смотрите на мой канал. Я чуть двигатель не сломал. Вот, ну как не посидеть. Слушайте, тут удобная штука, блин. Собачья будка. И там, скорее всего, тоже. Похоже, что уже начали пускать внутрь самолета. Судя по вот этой очереди. Или они уже решили все-таки полететь в Астану. Очень сильный стоит гул. Просто невозможно привыкнуть, когда вот это все, машина спина шумит, гудит. Причем два двигателя сейчас заглушены, работает только задний. Я даже не слышу, работает камера, снимает или нет. Вот. Но тем не менее вы видите, то есть какой ажиотаж у споттеров,
фотографов, видеоблогеров, вообще мероприятия, когда прилетает любой самолет, особенно если это модель Embraer, Е-190, он такие, Е-190, и увидите, что каждый пытается делать, фотографироваться, какой-то интересный выбрать ракурс, вот и в двигателе, и там где-то, ну, кабину не пускает, но, по крайней мере, где-то рядом. Да, вот такая вот сегодня возможность побывать на перроне. Вот это место, кстати, называется перрон, где самолеты, когда прилетают, вот они и вылетают, садятся на взлетной полосе, потом по рулежке и останавливаются на вот этом месте, которое называется перрон. Вот, обычно здесь съемка не разрешена, но сегодня сделано исключение для фотографа, видеографа. Вот, и для вас, естественно, дорогие мои зрители, вы можете увидеть и посмотреть самолет поближе, со всех буквально ракурса. Мне нечего скрывать, я вам покажу все, что есть. Я не знаю, что можно там еще увидеть внутри, но снаружи еще интересно, да, самолет, потому что пока он стоит, когда вы садитесь, куда-то едете, да, куда-то прилетаете, вам не разрешат снимать или подходить близко к самолету. Это я понимаю. Вот. И что можно там увидеть, честно говоря, очень стоит посмотреть внутри. Ну, я понимаю, да, может быть, кабину, если там показывают, может быть, интересно. Вот начинает руление Sky Up Airlines. Видите, да, то есть его вытягивают оттуда, вытягивают с перрона, и вот он сейчас развернется и пойдет. В то время как все прогрессивное человечество залезло на самолет и в самолет и под самолет, некоторые сознательные элементы уже что-то едят. Надо пойти проверить. Да, да, да. Поколение, где есть 108 посадочных мест, мы 12 выделяем для бизнес-класса и 96 для эконом-класса. Это Нурсултан Кинг у нас это в неделю 4 раза. В летнее время, когда сезон повышается, мы ежедневные эти рейсы ставим. Да, и этот уже первый раз в Борисполе, и этот тип, мы первые, возможно, даже единственные, кто пользуется этим типом бортов в СНГ. Они являются более экологичными, менее шумными, поэтому вообще политика компании более в экологичную сторону двигаться, и это перекликается вообще с стратегией Росаны обновления парка. Это происходит не только Эмбраерами, а также и Эльбасами, и другими типами бортов. Вот краткое описание данного типа борта. Спасибо большое. Борисполю огромное спасибо за то, что организовали. Я думаю, несмотря на то, что снежный парс не прибыл, у вас была возможность на перроне сфотографировать не только наш самолет, и еще другие возможности вот появились. Спасибо большое. Спасибо вам. Ух ты. Ух ты. Спасибо. Такой вот подарок для Растана. Приятно.
вывели из зоны. Выходим из зоны. Сейчас вот просто вот нас посчитали уже в этот раз, обратно не досматривают. В этот раз уже не досматривают, просто что мы вышли и нас пересчитали. Ну, на этом, в общем-то, все. Вот. И если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Вот. Впереди еще много будет интересного. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока!